Это дежурная группа. Мы на улице Свердловская. Здесь, в районе дома 61, рабочие перекладывали теплотрассу, сделали прокол под дорогой. Но дорожное полотно просело, и сейчас перекрыта одна сторона движения. Автомобилям необходимо выезжать на встречную полосу. Вот такие большие трубы здесь укладывают. Одна из них уже под Свердловской. Сейчас, чтобы устранить провал, рабочие все уберут. То, что провалилось, заново уложат бетонные плиты, ну и освободят проезд. Мы завершим восстановительные работы до конца этого дня. Если затянется дождь, то часть работ перенесется на завтра. Просим автовладельцев отнестись с пониманием к этой ситуации. Готовим город к зиме. Транспорт даже сейчас в непиковое время, на часах 11 часов, скапливается в достаточно большом количестве. Час пика избегайте на этом участке. Ну а мы пока можем выехать. Поедем дальше. А теперь мы приплыли буквально на улицу Щерса. Мы находимся возле стадиона «Авангард», и здесь есть вот такой уже много лет естественный бассейн, который с приходом сюда строительной техники для капитального ремонта, видимо, не исчезнет, что горестно. Перед началом ремонта разговаривали с сам главой города, с Войцеховским, с бурмистром Евгением Петровичем. Здесь собиралось, у них тут был выездной штаб. Значит, мы предупреждали об этой проблеме, что это будет. И вот оно все так и получилось. Трамвайная остановка сначала была здесь, ее взяли, перенесли вот туда, вот на то место. И вот теперь вот такой вплавь все люди, то есть не могут они там перейти. Скачут посредине дороги, сказать, что они переходят трудно. Какая машина остановится, а какая машина и поливает их. А где гарантия, что они попадут в машину с детьми под эту машину? Давайте вы маленького, а я вашу коляску. Вот видите, мы тут сейчас коллективно вам будем помогать. А вы парня берите. Вот так и ходите, да, всегда? Ну, примерно. Ну, хотела, да, сначала старшего, потом младшего, наоборот. По-другому никак. Вот улица Новая, там есть батон хороший, там тоже люди все ходят в продуктовые магазины, и там всегда такая же история. Женя, то есть у вас плавучая шиномонтаж? Да, так и получается. Под потолок вот так. Ага. То есть подъехать к вам нереально, в принципе? Подъехать нереально, то есть, соответственно, работа вся устает. Ну, из-за того, что вот ливневая канализация не справляется. Ну, видимо, какой-то некий колодец. Они вчера его с 8 до 4 утра чистили, машина за машиной. И пытаются здесь качать? Ну, они качали вчера с 8 до 4. Но как только пошел дождь, картина стала та же. Машины откачивают, но они надо, для того, чтобы справиться с этой проблемой, им надо целый день здесь работать. Поскольку дорогу не могут перейти там, где трамвайные пути, люди все идут сюда, пытаются вот здесь переходить. Мы тоже попробуем. Нет, по-моему, не попробуем. А как перейти-то? Уже машина едет. Безнадега. На коммунальном мосту сделали ремонт тротуаров. Пока в одну сторону, в другую сторону проезд вообще перекрыт. В прошлом году мы сделали отсюда большой материал о том, в каком состоянии эти тротуары. И что здесь, ну, где-то близко к тому, что вот сейчас мы только что показывали на Щерса. Пойдем сейчас на коммунальный мост. Ну, я-то в резиновых сапогах. Мне нипочем. А что делает обычный человек? Как вы ходите обычно? А вы не боитесь, там машины все-таки опасно? Нет, да? Парень сам на машине ездит. Ну, счастливо. А, подожди, иди быстрее, тут автобус сейчас обольет. Водители, ездите, пожалуйста, помедленнее на коммунальном мосту. Вы обливаете пешеходов. Совсем недавно, когда только начался ремонт коммунального моста, велосипедисты предложили мэрии сделать с одной стороны пешеходную дорожку, с другой велодорожку. И вот мэрия устроила голосование в своем паблике. 1794 человека проголосовали, 900 человек, считай, поддерживают эту идею. Ну, не знаю, вот мне кажется, что вряд ли все-таки с одной стороны моста люди будут только идти, с другой только ехать, хотя, ну, вот, возможно, такая идея будет профинансирована. Дорогие друзья, следите, как здесь будут вести себя тротуары, будет ли картина повторяться так, как в прошлые годы, или все станет хорошо. Сообщайте нам об этом по телефону, делайте в мессенджере с прибавкой 8 391 202 22 22. Анна Гейнц и Степан Майер. Новости Прима.